Буквально как бы резюме родилось, то есть порядка двух постановок мы в машине ехали, обговорили следующее действие той труппе, да, Миши, как бы что сделать следующий арт или театральные постановки вот на этой сцене, в смысле у меня родилось. А по-серьезному, да, здесь я вот у меня сейчас очень хорошо это как бы поставить что-то. Но всему свое время, а поездка, конечно, я переполнен. Пересыщен, наполнен, и это нужно будет время все переварить. Спасибо, Лея. Почему ты выбрал именно это место, где А ты это мою сейчас? сцену в театре. Это мое место в театре. Это одновременно и мой пульт со звуком, со светом, одновременно все актеры. Это мы делаем прогон перед спектаклем. Это мое место в театре. Окей, спасибо. Спасибо, Лея.